Ты кого-то банишь, братан, на старте или нет? Да, ну вообще в основном лайфстиллера, блядь. Почему-то баню все время уже от по Феникса, привычке, типа. блядь. Ну да. Его сейчас никто не пикает все равно. Бот Марка не любит жестко. Читай на вот этой хуйне хочу пар. На тимбере? Бля, они кора отдают, что ли? Я могу забрать кора изи. Почему Big Russian Boss на ТНТ? Чё за нах, куда я попал? Ну, подписали, походу, его. Сосок Андрей, Кент 8. Кирвис, поздравляю. Го боевого Рубена? Это руин, ребят. Чистый. Боевой Рубен. Нас пикнут кто-то что-то, пожалуйста. Я возьму. В тапках, здорово. Иван, ладно, что за вопрос был, я не помню. Марк, это хорошая идея с ТНТ брать деньги, но... Мне кажется, они меня нахуй пошлют. А ему пацан ко мне хочет взять. Никита Герасимов, привет. Да дел дохуя было. Выходные, блядь, пролетели незаметно. Вообще думал, что сегодня воскресенье, сегодня понедельник, оказывается. Шоутаймс, привет. Спасибо. Что самое вкусное ты за всю жизнь ел? Да, блин, много всего, но... Предпочтение отдам, наверное, стейкам и... Да, стейкам. Дед Пердолет, привет. Что это за ник, блядь? Почему карты забросил? Мне не нравится мета сейчас. Мама, I'm a criminal. Мама, I'm a criminal. Мама, I'm a criminal. Прожарочка, медиум. Медиум Вэлл. Конгениус, спасибо большое за подписку. Добро пожаловать. Спасибо. Без крови, но вкус. Мне не нравятся такие экстравагантные блюда, чтобы там текло что-то, блин. То есть у нас это число на том и каточки. Да. Было дело. Как относишься к наркотикам, легким трава, это да. Негативно. Да, ходик. И так и есть.
ID-шка. Бля, ну там грязный пик, пиздец. Но по идее у нас еще мерзотнее. Должен сломать их нахуй. Если мидгейм сильно не въебем, если у нас шторм в мюслях сидеть не будет, все нормально будет. Почему так поздно? В смысле поздно. Вечерний стрим, ну сколько, в 5 где-то начало, сколько время сейчас? В 5 или в 6? Не помню уже. Это не поздно. Привет, дружище, нет. Спокойной ночи, Херматич. Почему радио никакое не подрубаешь? Я 90% стримов на радио сижу. Сейчас это просто слушаю. Курс от Феникс, спасибо. Что такое жвака Галс? Я не знаю, повар. Обязательно нужна эта руна. Если бы я не взял, это, блядь, минус щит нахуй. Норлинг так везде, в основном. Про что ты пишешь? Та-та-та-та. У нас Doom получается с... Со Скаймагом будет? Или Скаймаг такой побегунчик? С тролякой. Ну ок, чё. Не знаю, бахать мне даст или нет. Мисплей. Мискьюзи. У тебя там норм, братан, или так себе? Пойдет. Чаечка пришла, да? Чаечка, это ты... Этого, типочка? Угу. У меня чаечка, ты Миша? А, чаечка, я думал пурс чаечка, понял? Припиздил ко мне, ну ладно. Ооо, вот это косяк. Вот это, конечно, я завернул, бля. Ну ладно, без этого дэмэджа я бы хуесос не умер бы. Где докин души? Это ветошь летит, блядь. С сеткой. Ебать, нормальный мув, нахуй я это делал вообще. Бля, Скаймак, иди нахуй, блядь. Чё делает, блядь, Войдецкий? Хуету какую-то. Так, если по секрету. Ладно, глобок по таверу. Всему свету, блядь. Бля, конченый Скаймак, отвечу бы вообще. Возвращаться на линию, отхиливаться там. Надо тапки покупать с ручником вообще. Без тапок не тополь топля. Ты что, ебанутый, блядь? Ебаная, сука, дичь, блядь, пернатая, нахуй. Я тебя выебу в рот, блядь. Скаймак, ебаный рот, вообще пиздец, прям. Но он без маны зато сейчас, блядь, побегал за мной, долбоеб, чайки там покидал.
Резидент слипер. Стики бы. Да, стики норм тема, но если сюда скаймаг больше не придет, это минус 200. Так можно фейза бахать. Блять, такой не кайф умирает. Накоцывать этого пидораса, чтобы он хп терял тоже. Ладно. Excuse me. Какой комп хочешь собрать? Хороший. С двух слова. Че, хука не? По хукам чека, блядь. Нет ресурсов молодого человека. Нахуй. Отжираться теперь. Ой-ой-ой-ой-ой, опасно! То, что я не добил. А нет, я его добил. Я не успел руки повесить, чтобы отожраться. Это хуёво получилось, конечно. Блин, мне кайф. Как-то... С командой. Работать? Ну да. Ты что-то тренерочка. Дало опускаешь. Так, он ТП проебал. Ок. Нолик. Лучше бы кота купил, а не комп. Окей. За 180? За 180 кота. Так покупаешь бенгальского кота за 50 и корма ему нахуй лет на 80 сразу. Выдай комбот. Выдай. Доктор комбот. We can kill. I have ulti. У меня тут расты бегают какие-то, блядь. Иди нахуй. Кусь. Ебаный ублюдский скаймаг нахуй. Ладно, пусть вкачается под бычки.
тебя все бед, братан? Все бед? Не, нормально, ну просто там. Баши, 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 хуярят. Они хвоят корда. Блять, после ТП, блять, зашел случайно в эту шляпу. О май гош! Да, блядь, ну это какая-то, понял, он мне, короче, въебал 4 баша в промежутке, блядь, 5 секунд, нахуй, понял? Какого хуя, чё так надо? Да я не знаю. Из монастыря воет, ебать. Вот это я нормально подразогнался. Я там их вообще мнёшь, блядь, у меня жёсткая депс вырастает. Не успею. Блять, ну где ж ты с хуком, с банками, хуянками, блядь? 4 в топ. Либо 3, либо 4. На питона Валеру. Спасибо, Герман. Сальный задачи качать. Приоритете. Поехали на мид. Динай. Ебать, ты разобрался там вообще, нахуй. Четко. Туда-сюда гейминг, нахуй. Окей. Нормально прихватил. Ну так-то, блядь, меня ж не бьют эти хуйни. Можно не башить, хотя бы, блядь. Тебя ж кобры вообще не дамажат, да, по четвертым арморам получается? Ну, блядь, братан, там. Ой, блядь, тут уже больно. Я лечу. Блядь, у нас... пиздец. Я единственное, с чего охуел... Ёбаный рот, как я летаю, мама! С того, что у нас ВД, понял?
Чаечка. Не-не. Рабка. Далеко вас. Да. Блять, Олег, ну это грубый стиль. Твою ебать! Ну я танчу, хули делать. Что мы делаем, ёбаный рот? Ну я ждал этого. Бля, шаман пиздец неприятный, конечно. Столько, блядь, всякой хуеты, блядь, выдает. Привет, Хуга. Секс. Почему стик не беру? Да хуй его знает. Да, здесь стик, конечно, стик рентабелен, но... Падлу тоже. Да не, нахуй, наверное. Или взять. Возьми. Пум-пум-пум-пум-пум. Чё, шрайн не выпил? А, хуй знает. Наверное, потому что это не мой шрайн. Бать, больно. Да пиздец, какая боль. Лол, блять. Омега лул. Так, всем всем ББ, спокойной ночи, сладкий снов, удачного стрима, дядя Вагина Дельфина, давай, приятной ночи. Приятнейшей ночи, тише. Ну, так у них ВАЙДИшка, блять, малобюджетно, да, молодой человек, я смотрю. Он еще и без ТП лул, можно ебать его. Че, слабо, еще Райн выпить? Ну, блять, ребят, я мог только на сайте плюнуть туда мне. Вот тут вард стоит. Ай, кукай минстант. Не, шторм, иди нахуй, это мои крипы. В этом на топе. Ой. Ебать, я такую хуйню. Бля, разогнать бы меня как-нибудь. Они что-то все свежие, бля, бегают. Да иди ты нахуй, ёбаный колдун, блядь! Спасибо, дружище. Сука, дичий кусок, блядь. Без БКБ хуй поиграешь, блядь, нормально в доту. Сори, минус уши, гайс. Надо радик, срочно, потом БКБ, блядь. Да поиграем дотку. Мама, ама криминал. Мама, ама криминал. Мама, ама криминал. Так. Вовка, спасибо большое за подписку. Добро пожаловать. Спасибо, братиш. Как бальзам на душу, блядь. После этого файта ебанутого. Это что за нападение, не понял. Но он не один, здесь я понял это. Чё по ТП-шкам у них? Я бы пошел на Воида. Поебать его немного. Сразу на 3 закинул. Понял, брат, понял. Четко. Чётенько, чётенько. Приятного аппетита, птенец. Мне пизда, да?
Как можно хуком не попасть? Санстрайк. Либо Войд пожалел Хрона, либо у него его не было. Еще. Дэн, здорово, спасибо большое за 25 долларов субскрайб. Что тебе по душе, крабовые оливье? Оливье больше, чем крабовые. Бей колдуна первым, да я знаю. Вообще шамана надо дохуярить. Мешает очень сильно. Ну и инвокер тоже. У них много типа первичных таргетов, которых, типа, в зависимости от того, как они будут подставляться. Хуярить надо. Дальше мы не пойдем. Vision. New World. World, sorry. Как дела, Лёхи, общаетесь? Ну, мы перед его уездом в покер ебашили и бухали. Нормально все. Hook him, man. К мажору, я думаю, готовится ребзик. Don't you hook him while he farms the creep. Малейт, привет. Йос. Да, здесь БКБ надо будет срочно вообще. Как Феникс на Твиче. Wave, After Wave, Second Life. Алек. Мы волнуемся за Диму. Он пропал со стрима. Позаботься о нем. Библиотумп. Дима пропал со стрима? Вебку, что ли, выключил? Угу. Значит, так нужно. Позабочусь обязательно. Спасибо за поддержку. Где кейпсинги все? Самый, блядь, прикол в том, что я, выйдя из хрона, блядь, в башах нахуй постоял еще, блядь. Да, но он пиздец доебывается нормально. Но по мне у него не прокатило, короче, когда он за мной гнался со скаймагом. Можно расти 3. Такой, сука, уебан. О нет, о нет. Бля, у нас ни глимеров, нихуя нету. Ладно. У нас герой... А, нет, есть глимер, только ВД не с нами был, да? Окей. Привет, Гус.
уебался нахуй. Лечу на топ. Ну я просто не смог вставать, я из башни не вышел. Хорош. Что забил нахуй? Бля, пушить пить надо. А что за сопровождение игры при возрождении? Я не знаю, ребят, это какой-то анонсер, походу, который во время инта давался какого-то. Возможно, даже этого хуево. Может, попробуем Рошана убить? Давай, 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 можно. Я Его Рош. Я потанчу. Самая обидная сейчас хроносфера будет, по-моему. Да не, он ее на меня ставил, вот. Она уже будет, братан. Будет. Ты думаешь? Да. У него какой левел? Не, у него 16. Я в доме, я вышел. Мне надо было на него руки вешать, блядь. Слишком много дэмэдж. Там братан инвокер стоит в ульте, но уже все. Уже поздно, блядь. До БКБшки чуть-чуть не хватило, надо было БКБ дособирать, потом на Рошана идти. Косяк. Ебаная курица, сука, ублюдская, филе ебаное, размороженное такое, которое шевелится, блядь. Грудки, грудки. Мерзкий такой пик, пиздец, только контроля, без БКБ хуй побегаешь, ебучий этот инвокер, блять. А сколько в хроносфере у нас людей стояло, ты не видел? Или ты там тоже был? Блять, ну может 3, да я не обратил внимания. Там инвокер нормально закинул прокат, судя по всему, я сбоку выбежал. Ублюдочный этот дум бесит, надо будет линку еще сделать, наверное. Депса уже так хуево гора с руки. Сейчас берем БКБ, линкин и бабочку какую-то, вот нормально будет. Мы еще аджор возьмем. На ласт этот. Блудрайт нахуй идет. Или возьмем блудрайт, не знаю, посмотрим. У нас со штормом, блять, одинаковый взгляд на вещи. Кузяка, спасибо за годовой ресап, кстати. Да. Спасибо. Добро пожаловать назад. Так, до БКБшечки чуть-чуть. И можно будет пойти повоевать. Мы так и не добили, да, Рошана? И они тоже. Или они добили? Блять, вроде нет. Сейчас посмотрим. Если не добили, можно... Да. Надо бивать. Там реген, братан, есть, если чё. Да, пусть шторм бежит. Реджен рун шторм. Тай. Так, ну не хрона сейчас есть, не знаю, надо как-то... Попробовать одного зацепить. А можно файт сноуболить уже.
Да ёб твою мать, блядь. Let's go fight, I have edges. I have edges, guys! Да, да, let's go fight, блядь. А им похуй. По съёбам. Тупо по съёбам. Бля, можно поиграть в доту? Пожалуйста, Void. Шторм сыграл только что. Может еще какой-нибудь Blade Mail, я даже не знаю. Тех вот. Бля, подкол снайпами не поиграть. Блять, видишь, доктора нету, сука, постоянно. Ты что, керри, блять? Ты в первом ряду должен умирать, ебаный рот. Да, там в таверне был, его ебнули. А, да? Ну все равно, это уже не первый раз, когда он вот так вот не приходит. Боти там, блядь. Залупа, блять, какая-то нахуй. Енота, блять. Я ж с бороды волосы вырвал, блядь, как Хаттабыч, нахуй. Бля, он нагоним, что ли, делает? Серьезно? Фу, блядь. Думецкий. Угу. Ладно, линкер тогда. Мам, ты ж просто полосил это, конечно. Чё, можно тоже поиграть немножечко в компьютер, чтобы да? Все, чтобы все мальчики играли, как и в противоположной. Ой, хорош. Все мальчики у нас не играют, они не умеют играть. Я пушу топ. Джеймс, так, спасибо большое за 300, дружище. Здорово. Благодарю. Так. 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 Бля, ну и опять идти на них. Мы если никого-то не цепляем, у нас файт говне, блядь. А вот у нас зацепили молодого человека. Хуй знает, братан, инвокера нету, понял? Трое долбоебов. Не знаю, нахуй я нажал эту блевотину. Кстати, он меня убил. Я в ахуе просто. Эй, блять, по-моему, тебя сейчас ёбнет тоже. Как у него не получилось его пужа сожрать? В этом проблема. Огромнейшая, блядь. Ну это пизда, ебать. Я просто, блядь, не могу ничего сделать. На спид какой-то, кстати, какое-то дерьмо, походу. Я хуй знает. Ничего, блядь, сделать не можем. Раста такое... ебаная какая-то пушит нас, блядь. Ну, кстати, хуярит нам базу с цаганимом. Какая боль, блядь. Он сейчас там что-то хочет. Что-то хочет. Ну ёбни сейчас, блядь, еще с дайгером. Варюга ебаная. Дайер, ты по аутик. Ну он типа... Опа. Не, он присел. Его шторм не отпустит. Отме... Что тут происходит дальше? Мало того, что ты нажимаешь БКБ и не можешь бегать, ебать, там еще хрона, хуёна, блядь, и воют еще этими пермобашами, просто заебывая тебя. Что, блядь, въебем эту игру, походу. Ты ты нахуй, ебаный, блядь! Усюк нахуй, ебучий, пиздец. Не получается, чё. В охуях вообще, блядь, в жестких. Летел. Мне кажется, пушить. У него глаз уже на этом, блядь, чтоб свои хукать. Да.
Не знаю, у него есть дагер? У него есть дагер, ты мог, бля, блинкнуться нахуй, скушать, он... Добрый вечер, уважаемому человеку. Добрейший, добрейший вечер. Хипер, спасибо большое за подписку. Тебе тоже. Добрый вечер. Я без байбека. Вы знаете, что повидели. Да, на дефе мы, может, получить что-то сможем. Just go back. I have cooldown TP. 20 seconds. What the fuck, Timber? Ну хуй знает, там Doom, Silence, блять. Вся хуйня ушла. В эту ёбань. Ну, мою понял. Please then they will keep it. Please. Варискин, спасибо еще за очередную. Меня разъебали на мид или нет? Нет. Я там Дума ебнул, но шаман еще ко мне прилетел, я не смог пропушить. Они уебали, да, на мид? Не, не уебали, да? Окей. Ну вот, доломали. С хуевых новостей. Мне кажется, сейчас инвокер сделает тити-мити, блядь. Мальчиком, блядь. Just go it! Just go it! Там тира ти тари ти тари ти ти. Митька рецептор. Не-не-не. Пацки пишут, что я молчу. Я просто не в духе, ребят. Поддержка на плюс мораль. Спасибо. Тисол, спасибо большое. Это внушительная, братан, поддержка. Да, ну это такое палево, пизда. Ну сейчас ёбну здесь. Ой, это уже наш Райан летит, я думаю. Да-да-да, вон он летит. Его надо принимать. Хорошая крона. Где наши люди? Где люди все? Да у нас тут как бы, блядь, такое. Пиздец, они вообще играют. Блядь, а куда Шторм целый убежал? Блядь, что от него пахнет так вот, от его итима? В чем проблема? Вот я говорил, что будет, сука, проблема с этим Штормом. У него нихуя не будет, нас будут ебать потом. О, блядь. Ну я убил, а хули толку? Что там? Да блять, ну не дают, понял? Да пизда, короче. Бля, ну это не самое. Ну хуй, просто. Я его пикнул там первым или вторым. Я не вижу у нас ВД, я не вижу Варда, я не вижу вообще ничего. Пуч, блядь, почему-то не танкует. Купи себе, сука, блейдмейл, блядь, иди первым, торгуй своими жирами ебаными, блядь. Есть байбэк, братан? Mm-hmm.
Да ну пожалуйста, блядь! Уничтожили. Как же горит, пиздец. Я просто не могу без бабочки нормально стоять и отжираться. Это вообще, блядь, проклятие какое-то ебучее. Арчидик. Тайминговый, ребят. Арчидик на 42-й. Как бы вот сейчас самое время. Вот сейчас будет переворот. Алло, это камбэчная, блядь. Да, без байбека будет сложновато сейчас играть. Еще один такой же охуительный файт, как был предыдущий, то все, и ты пизда вообще. Похороны. Какой номер подкаста сейчас играет 40-й. Еще талисман брать. Ой, блядь. Да ёб твою мать, блядь, крашка, ну. Ебучий инвокер, иди ты нахуй! Не получилось, да. Охуительные досты, блять! У нас на базе шаман. Don't tip it, guys. Don't have tip. Ну там 7 не надо тэпаться. А, там с рефрешером? Да. Окей. Ой, не успел бы КБ нажать. Ты как бы его нажал? Батьки-батьки. Да! Стоячего. А, пожалуйста! Да что-нибудь, блять, ВД Глиммер на себя вешай, ты усюк ебаный. Ты просто с фулл хп бегаешь почти, и ты вешаешь на себя Глиммер, ты ублюдок. Ты просто ебаная мразь, тебя, блять, капает нахуй, отвечаю, гной, блять. У тебя просто ебаный гайморит, отвечаю, блять. Таким гнидником нельзя вообще в доту играть, ты ебаный виномансер, отвечаю, конченая мразь, ебучий эгоист, блять. Ну вы видели эту хуйню, ебать? Братан, я бегаю с 200 хп, ебать, это хуйло на себя Глиммер вешает на 70% хп, ебать. Блять, да похали. Ой. Мискликнул. Пусть он мискликнет себе, сука, в кадык, ебать, и сдохнет нахуй за компьютером, блять. Да, бля, чё ты злой только? Пиздец, горит нахуй. Хотя я бы сейчас предпочел быть таким злым.
нежели таким унылым, блядь. Там ребятки играют, ебать, просто мальчики стараются, ебать. У нас вот этот вот шторм, ебать, просто ветошь ебаная, летающая, блядь, ненужная нахуй. Шаман там играет, блядь, трудится. Да не, я просто, если бы, ну, у меня был хотя бы там третий пик или четвертый, я бы Септимбера взял, думаю, ну, просто Скаймаг приходил, меня ебашил. Инвокер приходил, ебашил. От шторма очень мало импакта было. На 9-й минуте пришел с нулем, с тапком и, блядь, с ботлом, понял, на топ. Я вообще не понял, нахуя. А было все нормально. В мидгейме мы не могли воевать тупо... Блядь, эти хуки, пизда вообще. Но я сейчас, братан, ты понял, да, не очень играю. Да, себе. Тут, братан, от нашей команды очень много зависело. Предыдущую мы же, блядь, выебали прям изи. Прям легко было. Джеймс, так, спасибо большое за 200 рублей на мораль. Постараюсь поднять себе мораль. Нажимай, братан, я готов. Шторм 11 тысяч на творца.